Живот. Одной из причин кишечных колик у детей является большое скопление газов. Это может быть связано с перееданием и ферментативной недостаточностью, то есть ферменты в состоянии расщепить только определенное количество поступившей еды. Избыток же пищи вызывает процесс брожения и газообразования. Это сразу заметно по животу. Он становится твердым на ощупь. Пронзительный крик. Спастическое сокращение кишечника обычно болезненно и на это ребенок реагирует сильным пронзительным плачем, который невозможно ничем успокоить. При спазме гладкой мускулатуры могут возникнуть достаточно продолжительные, до трех часов, колики, причем их начало может быть как во время, так и между приемами пищи. Таким коликам особенно подвержены малыши первых четырех месяцев жизни. Напряженные мышцы живота и притягивание ножек к нему. При коликах малыш рефлекторно притягивает к животу ножки. Это своего рода реакция на боль, причем она характерна и для взрослых. Сниженный аппетит. Нередко при кишечных коликах дети отказываются от пищи, либо едят неохотно. В данном случае, чтобы отличить кишечные колики от попадания воздуха в желудок, достаточно понаблюдать за малышом во время еды. Как только во время еды он начинает кряхтеть, изворачиваться и плакать, Поддержите его столбиком. Если после срыгивания или отрыжки воздухом он успокаивается и приступает к еде, то это не колика. Если вы хотите быстро и безопасно похудеть, привести свое тело в порядок, зайдите на сайт Атлетик AtleticBlock.ru Атлетик это научно обоснованные программы тренировок по фитнесу и бодибилдингу, эффективные диеты и планы питания. Атлетик Ру – это сообщество помощи и поддержки худеющих.